Привет, мои хорошие! С вами Дарья. Вы находитесь на канале Дерри Арт. Сегодня у нас необычный выпуск. У нас сегодня не вопрос-ответ и не видеоурок, а знакомство со мной. На моем канале количество подписчиков растет, и с удивлением для меня самой уже больше 14 тысяч подписчиков. Это безумно меня радует. Хочу сказать спасибо огромное всем вам, кто меня смотрит, кто на меня подписан, кто ставит лайки, комментарии оставляет. Это очень здорово, и это очень для меня важно. Сегодня поотвечаю на ваши вопросы, расскажу побольше о себе. И вас в комментариях я тоже попрошу поделиться своей историей. Как вы пришли к творчеству, сколько вам лет, чем вы занимаетесь. Мне будет тоже интересно почитать, узнать свою аудиторию поближе, потому что те, кто со мной учится в онлайне, с кем мы общаемся с помощью хэнгауса, и тех я уже знаю ближе, а кто только смотрит мой канал, тех я знаю не очень близко, поэтому хотелось бы узнать о вас побольше. Начну я отвечать самых таких простых и часто задаваемых вопросов. Это как меня зовут? Меня зовут Дарья. Сколько мне лет? Мне 25 лет. Кем я работаю? Я художник-педагог. И какое у меня образование? Есть ли у меня художественное образование? Художественное образование у меня есть. Высшее педагогическое. Я учитель изобразительного искусства. В 2012 году я получила диплом. И с тех пор я и занимаюсь вот всем тем, что вы видите. Конечно, я к этому пришла не сразу. Изначально я хотела найти обычную работу, чтобы ходить 5 на 2 на работу с утра и трудиться на благо обществу. Но случилось так, что, так сказать, судьба повернулась так, что я работаю на себя и учу людей не в стенах школы, а с помощью интернета. Почему я безумно рада? Также был вопрос, почему я создала этот канал, откуда появилась идея. Канал я создала, получается, 28 апреля 2014 года. Создала его, потому что изначально мои видеоуроки монтировала не я, снимала не я и в интернет выкладывала не я. Мне стало интересно, я же их пересматривала, и мне никогда не нравилось, как монтируют, как снимают, так сказать. Я считала, что можно сделать лучше. И так как большинство уроков со мной продавали, я подумала, что все-таки какой-то контент можно дать людям бесплатно и поделиться с ними небольшой долей знаний, думаю, лишним не будет, потому что не у каждого есть возможность купить видеоурок, и времени просматривать часовые уроки тоже не у всех есть, поэтому вот и появилась идея создать канал с короткими видеоуроками, которые абсолютно доступны, бесплатные, и каждый желающий может в свободное время зайти порисовать, не нагружая себя какой-то очень сложной информацией и не тратя на это огромное количество времени. Это я и пытаюсь воплотить в своем канале. Надеюсь, это у меня получается. Конечно, еще многому нужно научиться. Снимаю видео я сама. У меня камера самая простая, Canon, это тоже спрашивают. И спрашивают еще, как я монтирую видеоролики. Я их монтирую в программе Sony Vegas. Замечательно легкая программа, с ней я справилась вообще сразу, все поняла. Также есть много видеоуроков на том же YouTube, как именно в этой программе монтировать видео. И первый мой видеоурок, это был, где я рисовала хомячка. Там у меня еще короткие волосы, поэтому кто не видел меня в 2014 году, в апреле, тот может посмотреть то видео и увидеть, как я изменилась. Сейчас возьму вопросы из контакта, которые вы мне оставили вчера под моей фотографией из Инстаграма, и поотвечаю на них. Есть вопрос: Дарья, вы замужем? Как хватает времени на все? Я не замужем, пока как-то не сложилось, а на время на все на самом деле у меня не хватает, потому что дел много, я одна, и хотелось бы успеть сделать и там, но стараюсь вставать пораньше, делать список дел. Вообще фишка в том, что мне помогает, это написать список на день из 10-12 дел, которые я
процентов на 70 выполню. То есть, конечно же, весь список я не выполню. Но фишка в том, чем больше ты напишешь, тем больше ты сделаешь. Поэтому я пытаюсь сделать такой большой список. И получается, процентов 70 я обязательно выполню. И так получается, что я делаю день больше дел. Не знаю, может быть, кому-нибудь пригодится такая фишка. Следующий вопрос. Что вас вдохновляет на написание картин? Может, погода, музыка, книги? Вообще, меня вдохновляют очень работы моих учеников. И всех тех, кто рисует по моим видеоурокам, кто отмечает меня в Инстаграме, кто ВКонтакте делится своими работами в группе. Это очень здорово, это на самом деле очень вдохновляет, когда ты видишь, что получается у людей благодаря твоим видеоурокам, это дорогого стоит. Также меня вдохновляют, конечно же, и книги, и фильмы, и музыка, как и обычного человека. Люблю пересматривать фильмы про художников, про своих любимых художников. И это безумно вдохновляет, когда на самом деле руки опускаются и делать ничего не хочется. Вот Алена спрашивает, как вы так красиво рисуете, где научились? Но я уже ответила, что у меня образование учителя рисования, там и научилась. Но на самом деле при поступлении мне пришлось готовиться самостоятельно, то есть у меня нет художественной школы, я не занималась этим самостоятельно, то есть мне пришлось готовиться к экзаменам вступительным самостоятельно, и там я много перелопатила всего, отходила на курсы, конечно, по дизайну, потому что хотела изначально быть дизайнером, но, так сказать, мне это тоже очень помогло, и самостоятельно тоже можно многому научиться. В мое время, конечно, не было таких видеороликов на Ютубе, и про Ютуб я вообще не знала, когда именно поступала. И думаю, если бы я встретила какой-нибудь такой творческий канал, мне бы это очень помогло. Следующий вопрос тоже про, тема такая же, художник-самоучка или школа, во сколько лет увидели у вас талант? Отчасти я уже ответила на этот вопрос, да, то, что я, можно сказать, и немного самоучка, и немного школа. Следующее, во сколько лет увидели талант, но на самом деле в детском саду я рисовала, и даже много детских рисунков у меня сохранилось, мне это нравилось, но мне кажется, в детском саду все дети рисуют, и в этом нет ничего особенного. Вообще, я любила вязать, и научилась вязать в 4 года, то есть в 4 года я вязала носки на всю семью, то есть вот это всегда всех удивляло, и до сих пор я в это не могу поверить, потому что я себя не помню в том возрасте. Но по рассказам моих родственников, моих родителей, что с 4 лет вот у меня пошло, что я начала вязать как сумасшедшая, и до сих пор этим занимаюсь, то есть вязаные вещи я вообще не покупаю, только вяжу их сама. Мне кажется, это странно. Переходим к следующему вопросу. Оля спрашивает, были ли выставки, где их находите, как происходят продажи. Выставок у меня персональных не было, еще до этого, мне кажется, я не доросла, потому что у меня свое отношение к выставкам. Если ты хочешь сделать выставку, то ты должен создать что-то свое, оригинальное, не похожее ни на что. Про продажи, ну, продажи у меня проходят через интернет, то есть рисую я под заказ. Кто есть у меня ВКонтакте, в друзьях, в Инстаграме, тот знает, что я рисую под заказ шаржи, портреты, то есть вот все, всем этим занимаюсь, помимо обучения людей рисованию, потому что все-таки деньги зарабатывать нужно, и мне это нравится. То есть создавать таких мультяшных персонажей, это для меня очень интересно и не в тягость. И каждый раз беру новый заказ, пытаюсь придумать что-то новое, придумать какой-то свой сюжет. Это вот для меня тоже очень близко, так сказать. И на самом деле все продажи проходят через интернет. Просто даете рекламу. Начинала я с бесплатных объявлений, сайтов для бесплатных объявлений куча. Также просто в Инстаграм, ВКонтакте выставляете свои работы. И всегда найдется свой зритель, свой покупатель. Поэтому тут главное не бояться и начать этим заниматься. Переходим к следующему вопросу. Алла пишет. Рисование – это ваша основная работа, если нет, то как все успеваете? Рисование – это моя основная работа, то есть если перечислить, чем я занимаюсь, то есть я рисую под заказ, я занимаюсь онлайн-обучением, то есть набираю курсы совместно с проектом «Рисуй», то есть занимаюсь онлайн-обучением, также провожу живые занятия каждую неделю, также веду свой YouTube-канал, на котором мы сейчас находимся. И в свободное время создаю свои работы, картины, которые тоже
иногда продаю, но это бывает редко, потому что что-то как-то я не могу расстаться со своей работой, которая прикипела душой, поэтому работы, которые создаются под заказ, они улетают сразу, а те работы, которые я создаю сама, они пока у меня хранятся. Не знаю зачем, может быть, когда-нибудь и выставку сделаю. Так, ВКонтакте вопросы закончились, и думаю, то, что на все такое самое интересное я ответила. Если, конечно же, у вас будут дополнительные вопросы, то оставляйте их в комментариях под этим видео. Я обязательно их почитаю, и, возможно, если будет достаточное количество вопросов, то сниму следующее видео на эту же тему, отвечая на ваши вопросы. Еще раз повторюсь, что обязательно поделитесь вашими комментариями, вашими историями, тоже расскажите немножко о себе. Думаю, каждый, кто будет и писать, и читать, это будет очень интересно. То есть не только я узнаю вас поближе, но и вы между собой, может быть, даже познакомитесь и подружитесь. Это очень здорово. Всем большое спасибо за внимание. Если вы досмотрели это видео до конца с моим таким вот монологом, то большое спасибо. Если вы еще и поставите пальчик вверх этому видео, это будет вообще замечательно, что не зря снимала о себе, рассказывала, что это кому-то интересно. Все, всем большое спасибо за внимание. Помните, что рисовать может каждый. С вами была Дерри Арт. Пока-пока.